Телекомпания «ВИТ» представляет. Добро пожаловать на программу «Угадай мелодию». Кто такой меломан? Меломан – это человек, который не может жить без музыки. Кто такой музыкант? Это человек, без которого не может жить сама музыка. Наша программа не может жить без тех и других. Вы знаете правила нашего шоу. Мы начинаем сегодня с нами здесь эстрадный оркестр под управлением Александра Евмененко. Вот и наши игроки. Без них мы тоже жить не можем. Мы приглашаем их занять игровые места. Шоу стартует. Зрители рукоплещут. Все. 3-2-1. Поехали. Здравствуйте, уважаемые участники. Очень приятно приветствовать вас на нашей площадке. Веселее, веселее, веселее. Вот я вижу, что участница под номером 1, она уже чувствует себя в нашем шоу как рыба в воде. Дорогие друзья, равняйтесь на нее. А я представлю вас нашим телезрителям. Участница под номером 1, о которой только что уже упоминал, Лилия Бадретдинова. Окончила Камский юридический колледж. Друзья называют ее «Человек-батарейка», заряжает всех и все вокруг. Врожденный оптимизм и желание создать хорошее настроение сыграли решающую роль в выборе профессии. Ведущий утренних программ местного телевидения. Участник под номером 2 Александр Бакулин. Работает экспедитором, мечтает виртуозно играть на различных инструментах. Его вдохновляют собственные успехи, а хорошая музыка и приятные воспоминания помогают справиться с неприятностями. И третья участница нашей программы – Нина Корсун. Домохозяйка, ее гордость – два взрослых сына – Максим и Виталий. Они так же, как и мама, любят эстрадную музыку и веселые песни. И частенько проводят домашние соревнования по отгадыванию мелодий. Но это уже не домашние соревнования. Здесь все всерьез. Здесь серьезные деньги, здесь известность, слава и жажда победы. Лили, вы участница под номером 1. Выбирайте из репертуара Владимира Преснякова, младшего. «Куда уходит детство», «Еще раз про любовь», популярная классическая музыка. «Еще раз про любовь». «Еще раз про любовь», песня о любви. Нота, в которой вы хотели сыграть? 3. Нота номер 3. Цена. 1500 рублей. Готовы? Руки на желтой кнопке. Поехали. Александр. «Если бы не ты». «Если бы не ты». Совершенно верно. Да, защита. Александр Малинин исполняет эту песню. Вы ее угадали. Практически по первому аккорду. Хороший старт. Александр, выбирайте дальше. Из репертуара Владимира Преснякова. Младшего. Младшего. Нотка. Нота номер 1. Слушаем. Александр. «Ты скажи, ты скажи». Да, лучше ласковые лжи, беспощадная правда. Защита! Нина, Лиля. Александр, что называется, с места в карьер сразу показал клыки. Он заявил о себе как о сильном игроке. Составьте ему конкуренцию. Александр, выбирайте. «Куда уходит детство», вторая нота. Решили попробовать все категории. Да. Ваше право. Слушаем. Александр! «В юном месяце апреля». Крылатые качели. Совершенно да. Верно. Есть такие слова. Засчитано. Но хочу сказать, Лилия, Нина, вы буквально на сотую долю секунды отстали от Александра. Сейчас. Вы сломаете сопротивление и ворветесь в город на белых конях. Александр, прошу. «Еще раз про любовь», первая нота. Пожалуйста, слушаем. Да, Нина. «Любовь одна виновата». И понапрасну не надо всякие причины, не надо нам искать, конечно, не надо. Совершенно верно. «Любовь одна виновата», то-то и оно. Вот смотрите, Лиля, да, Нина уже в городе, она уже на белом коне, и ей покорились первые мелодии. Берите с нее пример. Нина, выбирайте дальше. «Куда уходит детство», третья нотка. Нота номер 3 в этой категории. Слушаем. Да, Нина. «Я у бабушки живу». Совершенно верно. Папа с мамой в гости ходят в гости к нам. Совершенно верно. Да. «Я у бабушки живу», «Я у дедушки живу». Выбирайте. Первая нотка. «Куда уходит детство». Пожалуйста. Да, Нина. «И дождь забияка листочек закапал, и буквы и строчки заплакали вдруг». Пропала собака. Да, совершенно верно.
Но посмотрите, как Нина разыгралась. Отлично. Еще 1-2 правильных ответа, и вы станете лидером, обгоните Александра. Лиля, у нас все хорошо. Мы во всеоружии. Поехали. Прошу вас, Нина, выбирайте. Куда уходит детство, последняя нота. Четвертая нота, пожалуйста. И вот эту радиосказку, вернее, на пластинке она была выпущена, радиоспектакль, смотрел с удовольствием, ну да, про старика. А это песенка Хоттабыча, ха-ха-ха-Хоттабыч, Хоттабыч, веселый джин. А никто из вас этой радиопостановки не слышал? У меня на пластинке была записана. Чем я выгодно отличаюсь от наших участников? Первый тур на этом заканчивается. Заканчивается он под аплодисменты всех присутствующих зрителей. В вашу честь. Во втором туре вы себя покажете без единой пропущенной мелодии. Прошу вас зайти на подиум, уважаемые участники. Начало игре положено, но Лиля пока отстает, что называется, не может поймать общий достаточно динамичный темп игры. Ничего страшного. Все образуется. Второй тур нашего шоу вступает в свои права. У нас есть отстающая на площадке, это Лиля, но я уверен, уверен, она возьмется за ум. Уважаемые участники, занимайте игровые места. Лиля, я уже пообещал телезрителям от вашего имени, заметьте, не от своего, что вы возьмете за ум и будете играть во втором туре так же ярко, как это делают ваши соперники. Александр, вы лидер по итогам первого тура, выбирайте. Эти глаза напротив, расскажите, птицы, было вашим, стало нашим, хиты 20 века. Возьмем четвертую категорию, хиты 20 века. Хиты 20 века, песни, популярные в веке, который закончил свое существование всего лишь 3 года назад. Готовы? Слушаем. Опа, Нина. Что, фальстарт? Нечаянно нажали на кнопку. Такое бывает, но отвечать придется. Что за мелодия? Я не расслышал. Я взял буханку, я так хрясь. И хлеба, кормушку, еще. Не-не-не, спокойно, спокойно. Какая же это горбушка? Буханку разломил. Одну вам, другую мне. Что я сделал? Что это было? Что у меня было в руках? Раз, два, три. Половинка. К сожалению, 2 мелодии вне игры. Вот теперь вы наверняка ее узнали. Половинка моя, как я по тебе скучаю. Такое бывает в нашем шоу, уважаемые участники, но это ваш фол. Держите руки чуточку подальше от желтых кнопок, чтобы не повторять участь Нины, которую мы, кстати, провожаем аплодисментами, потому что ей обидно, обидно. Ну как же так, как же так? Ничего, 2 мелодии быстро пролетят. Лиля, выбирайте. Хиты 20 века. Хиты 20 века, следующая мелодия. Вперед. Да, Лиля. Чему я вас сейчас призываю? Лиля, на меня смотри. Я вам фактически приказываю. Смотри мне в глаза. Посмотри в глаза, я хочу рассказать. Я забуду тебя, я не буду рыдать. Ну ладно, будем иметь снисхождение. Засчитано! Да. Угадано. Нина, еще одна штрафная мелодия. Лиля, выбирайте. Продолжим. Хиты 20 века. Ну давайте, соберитесь. Я хочу услышать красивые и верные ответы. Вперед. Да, Александр. София Ротару, хута-хуторянка. Да, девчоночка, смуглянка. Засчитано! Есть! Над Ниной зажигается свет, мы встречаем аплодисментами. Вот берите пример с Александра. Отвечает правильно, потому что знает. Женщине я дам послабление, мужчине никогда. Александр, выбирайте. Ну, мы закончим это. Хиты 20 века, 4-я мелодия. Слушаем. Мой земляк Раймонд Пауз старался, когда писал музыку. Евгений Евтушенко старался, когда писал слова. И сам ими старался, когда исполнял. Они не угадут. Обидно. Да, успели. Александр. Дай бог. Дай бог, совершенно верно, конечно. И вы сорвали банк, 1661 рубль, ваш актив. Я уж расстроился, думал, что Раймонд Пауз, Евгений Евтушенко и Александр Малинин напрасно трудились над этой песней. Выбирайте, Александр. Первая категория. Эти глаза напротив. Эти глаза. В песне обязательно есть указание на глаза, очи, на орган видения человека. 1500 рублей, слушаем. Нина! Очень черная, очень страстная. Есть такая мелодия.
Вот видите, вернулись в игру после отсидки на скамейке штрафников и заиграли. Выбирайте дальше. Продолжаем. Эти глаза напротив, следующее. Песня утверждения. Вы, может быть, об этом не знаете, но у растений они тоже есть. И они на нас так смотрят, смотрят, иногда осуждающе. Да, Александр, успели. Ясные глаза твои, что такое? Ну, конечно, категория «эти глаза напротив». Давайте мы что-нибудь придумаем, чтобы, если бы я был поэтом, чтобы я написал «ясные глаза твои» или «синие глаза твои». А песня называется «Есть глаза у цветов». Да. Идите на скамейку штрафников под аплодисменты всех присутствующих. Поддерживаем Александра. Лиля, прошу вас, выбирайте. Продолжаем. Продолжаем играть в категории «эти глаза напротив». Четвертая мелодия. Лиля. А твои глаза цвета виски. Вишни или виски? Виски. Решайтесь. Точно виски. Виски. Не вишни. Виски. Виски. Да. Говорят, что ты где-то близко. От точно. Меня они где-то близко. Засчитано. Как верный ответ. Да. Угадано. Уважаемые участники, на этом время второго тура наша программа подходит к концу. И вы знаете, очень приятная новость для вас, Лиля, и неприятная для вас, Нина. Лиля успела вас обойти на этом ответе, который для вас стал фатальным, а для нее счастливым. К сожалению, вы не можете продолжать движение в нашем шоу. Аплодисменты Нине, мы благодарим ее за участие. Нина, играли красиво, ярко и талантливо. Александр, Лиля. Вы не поверите, но встретимся в третьем туре. Прошу вас задеть на бодрю, уважаемые участники. Всего лишь одна мелодия. Одна мелодия решила судьбу второй путевки в полуфинал. Нельзя ошибаться во втором туре. Зарабатывать, забирать у нас деньги. Вот принцип второго тура. Добро пожаловать в третий тур. Это говорю я вам, уважаемые телезрители. И, конечно же, говорю участникам полуфинала. Занимайте ваши игровые места и начинайте бороться. Лиля... Когда Александр выезжал с вами на граммофоне, он вас как бы приобнял. Это лживые объятия. Вы враги на площадке в третьем туре нашей программы. Лидером по итогам первых двух является Александр. Александр, вы начинаете торги после моей подсказки. Песня о предпосылках скептицизма. Прошу. Лили, я угадаю эту мелодию с 7 минут. Я с 6. Я с 5. Я с 4. Угадывайте. С 4 нот Лили будет угадывать песню о предпосылках скептицизма. Ровно 4 ноты. Лилия, я здесь, я здесь, я здесь. Вам нужно мне ответить. Не знаю. Версию, навскидку. А, вдруг попадете. 1, 2, 3. Мэри никому теперь не верит, Мэри. Мэри горько плачет, Мэри. Мэри, это твоя первая потеря. Жизнь такая штука, Мэри. Счет 1-0 в пользу Александра. Подсказка номер 2. Лили, просто цена в 4 ноты достаточно высокая. Иногда бывает очень сложно угадать мелодию. Песня о желании разжалобить впечатлительную особу. Александр, начинайте. Лили, я попробую угадать эту мелодию 7 нот. Я попробую с 6. Я попробую с 5. Я попробую с 4. Угадывайте. Угадывайте. Песня о желании разжалобить впечатлительную особу. 4 ноты. Нужно отвечать. 1, 2, 3. Лиля, версию. Ну, версию. Не молчите. Разговаривайте со мной. О бедном гусаре замолвите слово. Ваш муж не пускает меня на постой, но женское сердце нежнее мужского. Счет 2-0. Помните, там еще одна фраза. Изжалиться может оно надо мной. Так вот, фортуна. Не надо искать у нее жалости. Начинайте играть, играть активно. Давайте поддержим наших участников аплодисментами. Подсказка номер 3. Песня о традиционном прощании суеверных пилотов. Александр, прошу. Лили, я попробую отгадать эту мелодию с 4 нот. Угадывайте. Угадывайте. 4 ноты песни о традиционном прощании суеверных пилотов. Пора
прав путь дорогу. Мы, парни, бравые, бравые, бравые. А чтобы не сглазили подруги нас кудрявые, мы перед вылетом еще их поцелуем горячо. Да, засчитано, конечно. 3-0 в пользу Александра. Лиля, не стоит расстраиваться. Нужно расцвести в зрительских аплодисментах. Все аплодируют вам, благодарят за прекрасное участие в нашей программе. Но вслед за словами благодарности я вынужден сказать вам до свидания. Всего доброго. Александр, увидимся в суперигре. Прошу вас зайти на подиум, уважаемые участники. Итак, дорогие друзья, Александр доказал свое право стать победителем, стать единственным участником финала. Впереди трудное, очень трудное испытание, но я уверен, он справится. Стартует прямо на ваших глазах Александр Бакулин, победитель нашей сегодняшней игры, занимает центральное место. Желаем удачи! Александр, вы мечтаете виртуозно научиться играть на различных музыкальных инструментах. Хочу вам сразу сказать, вы научились виртуозно играть в нашем шоу. Потому что только виртуозы по угадыванию мелодии выходят в финал, зарабатывают 15 942 рубля. Но это вот мелодии, которые прозвучали впустую, могло бы быть больше. Мы можем увеличить сумму еще на 10 тысяч. Согласитесь, будет приятно. Да, неплохо будет. Точно так же, как сейчас, будет приятно услышать аплодисменты и поздравления в свой адрес, а также пожелания удачи и успехов. Александр Бакулин, готовы? Да. Поехали. Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Совершенно верно, да. Дальше. Поэт Пугачев, «Держи меня, соломинка, держи». Он тонет, да, и спасается, да, таким образом. Совершенно верно. Засчитано. Мелодия номер 3. Пусть говорят, что приближается гроза. Знаете, я сейчас вот, своему стыду тоже навскидку это слово не помню, но песню «Еще не вечер» вы, да, уже угадали. Вечер, засчитано. Дальше. Один раз в год сады цветут. Весной любви один раз ждут. Всего один лишь только раз цветут сады в душе у нас. Четвертая мелодия вам только что покорилась. Есть! За 12 секунд вы угадали 4 мелодии, то есть в среднем по 3 секунды на мелодию. В запасе у вас 18 секунд и 3 мелодии неразгаданы. То есть по 6 секунд. Отличный результат. Поехали дальше. Пропустим это. Пока пропустим. Хотя это известная песня из известного кинофильма, которую все время под Новый год показывают. Мычки, мычки, мычки. Прислушайтесь к информации. Пропустим? Пропустим. Дальше. Остановите музыку. Прошу вас я. С другим танцует девушка моя. Конечно! 9 секунд в запасе. Нужно разгадать мелодию номер 7 и вернуться к мелодии номер 5. Вперед. Девушки бывают разные, черные, белые, красные. Совершенно верно. Отпетые мошенники. Есть. Итак, 5 секунд, чтобы вспомнить, что за мелодия скрывается под номером 5. Слушаем. Это песня Пугачевой. Мне нравится, что вы больны не мной. И он выигрывает Савергал. Да, 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 да. Александр Бакулин. Поздравляю. Александр, скажи честно, вот это была интрига, наверное, которую вы плели. Что вот я не угадываю, кажется, что я не угадываю пятую мелодию, а я проиграю суперигру. А потом раз, раз, раз и отвечаете. Интрига была, да? Дурака валяли. Нервы трепались. Телезрителям мне-то ладно, но телезрителям зачем? Тем не менее, Александр выиграл. Молодец, честь ему, слава и хвала. И с нами еще, что, кстати, очень приятно. Ответы мошенники. Девушки бывают разные. Да, действительно, они бывают разные. Но самые лучшие девушки приходят играть на эту площадку. До новых встреч. Счастливо. Пока.